Прикольно, прикольно. Тоже мечеть. И Будда, вот это вот мне самое нравится. Самое прикольно. Но если не такие религиозные верующие, это тяжелые люди, как сказала это, которая гид, она уже здесь очень давно, она говорит, что тут как бы президент, это очень как бы неустойчивая позиция, все время он подвергается каким-то там нападениям, либо его могут обвинить в чем-то и посадить, и приговорить к смертной казни. Там, ну, короче, чтобы просто спокойно правил и всем нравился, такого типа якобы еще нету. Это жестко, прошу прощения. Ну ладно, пускай у вас все будет хорошо. А я пойду по своим делам работать. Все. Мир вам, добра.